Док, эти бомбы не сработали. Тогда найди на дамбе одного из инженеров. Там были гражданские. Задача. Рандеву с инженером на дамбе. Опять разбитое сердце. Большой бомб. Другую коммунистов? Чего ждать? Разрядите террор 4000 по их красным задницам! Напоминаю, бросьте в противника киберсердце. Держи. Иди-ка сюда. Другое дело. Смотри, что я тебе припас. Ах.
Задача выполнена. Вы сержант Рек Скотт? Доктор Дарлинг говорит, вы герой. А я не герой. Я всего лишь американский киберсолдат, модель Марк 4. Ладно, тогда помогите мне попасть к реактору, чтобы выключить его. Я ведь не киберсолдат. Что ж, отключим словно свет. Задача – защищать инженера. Подожду здесь, пока не закончите. Разбитое сердце. Ты убил немало моих солдат. Молодец. Разве ты не должен защищать своих подчиненных, Сол? Только сильные могут постоять за себя. Я понял это на войне. Мы были недостойны победы. Мы превратили Канаду в ядерную пустошь. Этого было мало! Но, сынок! Придут большие перемены! Это я тебе обещаю! Подожди!
здесь пока не закончили. Внимание! Очистка от мутагенных биотоксинов на подуровне 3. На подуровне 3. Омега, просто клоун. Как звать его, Рекс? Кто тут клоун, а кто кибербог? Скажи-ка, Рекс, с тех пор, как в себе моя боевая программа, этот голосок в твоей голове похож на твой? Или скорее на мой? Что ты несешь, Лоу? Ты, видно, напуган тем, что в тебе гораздо больше меня. Или тем, что я не объяснил тебе причину убийства, только извинился. Готово. Это мост к ядру реактора. Ну же! Они в системе охлаждения! Выпускайте киберакул! Я заблокирую механизм управления и перезагружу эту крошку. Отключим Слоуну свет. Вы это уже говорили. Пусть сидит при свечах. Ну ладно, почти готово, сержант. Внимание! Сильное электромагнитное воздействие. Вот черт. Вам надо добраться до аварийного канала под водой. Помните, там киберакулы. Поиск. Задача. Отключить шунты под водой. Посадить 7 розовых кустов и снять предохранители. Шунт отключен. Найдите новый. До полуночи. Полуночи. Что за шунтки? Задача выполнена. Идите к инженеру на белом коне. Есть!
Осталось взломать систему и подобраться к ядру реактора. Внимание! Парковка сзади запрещена. Вскрываю оболочку. Не дайте им меня прикончить. Нет, придется поработать. Вы должны ударить реактор. Задача. Ударить ядерный реактор. Я выбрался, но без Бенджи. Мне жаль, Рекс. Бенджи был славным парнем. Док, он был настоящим героем Америки. Не забывайте мыть руки после туалета. Вы обмениваетесь рукопожатиями со всеми своими знакомыми, в том числе и со своей матерью. Вы ведь не захотите, чтобы кто-то ее трогал. Мойте руки. Рекс, тебя не сильно задело импульсом? Все путем, да. Мне любые трудности по плечу. Не знаю, Рекс. Рыцари молота и волшебства, ты бы мне продул. О, док, компьютерные игры? Да, Рекс. Подобные игры – известный способ борьбы со стрессом. Мудак, Рекс, это ментально ущемленный достоверно асоциальный кретин. Акроним такой. Но игры, пожалуй, кончились, да?
Марки. Это невозможно. Мудак. Ладно, Док. Что это за бункер? Центр Хаузера, Святая Святых. И питомник, где мы разводим кровавых драконов. Питомник? Зло. И как только ты связалась с этим психом? После того, как советское вторжение остановили, взорвав Канаду, мы остались без дома. Слоун позвал сюда. Дал цель. Никто не ждал тяжелого. Ладно, Док. Но в питомнике наступит тихий час. Задача — попасть в центр Хаузера. Посылайте врача, я и его убью. Не дергайся. Опять разбитое сердце. Здесь все ваши ожидания станут явью. Я внутри, Док. Многовато техники для питомника. Это не просто питомник. Здесь Слоун создает мозгоблоки для драконов. Пока на них мозгоблоки, они не нападают на киберсолдат. Разберемся. Уничтожим. С мозгоблоком, стреляй по ингибитору агрессии на затылке. Они начнут вести себя нормально и смогут атаковать киберсолдат, а также реагировать на киберсердца и огонь. Уничтожьте прототипы мозгоблока. На печеньку. Держи. Кровавые драконы, уникальные машины смерти и высшие звенья пищевой цепи. Yeah.
Еще один сгорел на работе. О, жуть какая. Пора пошуметь. Да. Какая. Уничтожьте следующий прототип. В это смутное время красной угрозы наш пятизвездочный бункер защитит вас и вашу армию от радиоактивных осадков и подземных мутантов. Идите в следующий цех мозгоблоков. Инфаркт. О, жуткие двери. Люблю повеселиться. Что-то напоминает. Иди-ка сюда. Вот так.
киберсердце. Задача выполнена. Тревога, тревога. Вторжение. Всему личному составу не допустить чужака к двери, ведущей в питомник. Том, новая задача. Принято. Задача — открыть дверь бункера. Задача выполнена. Спрыгните на подуровень. Я что, самоубийца? Ты не самоубийца, а киберубийца. Прыгай. А побыстрее никак нельзя. Задача. Захватить огнемет и уничтожить кладки драконов. Тревога. Вторжение на нижний уровень. Не дать чужаку пройти в питомник и направить аварийные огнеметы на кладки яиц. Применять несмертельные снаряды, чтобы не повредить кладки. Внимание! Разрешаю уничтожить нарушителя. Люблю яичницу. Внимание! Настенные огнеметы используются только в чрезвычайной ситуации и по разрешению. При наличии сомнений воздержаться от использования. Удачи! Обожаю животных. Мега, блин. Жалко, нет бекончика. Учтите, огонь только возбуждает кровавых драконов. Взять. Жри. Давай, давай. Пора выбираться из скорлупы. Держи. Кто-нибудь хочет омлет? Ням-ням-ням. На, жри. Держи. Кис-кис. Держи. На печеньку.
Лови-ка. Лови. По яйцам. Не разбив яиц, не сделаешь яичницы. Это тебе. Тящей корочкой. Держи. Яичница, воля. Задача. Дойти до лифта и выбраться. Тревога. Все гнезда с яйцами уничтожены. Зафиксирован пожар. Начать эвакуацию. Активирую самоуничтожение. Осталось 30 минут. Приятного дня.
Задача – дойти до лифта и выбраться. Тревога. Все гнезда с яйцами уничтожены. Зафиксирован пожар. Начать эвакуацию. Активирую самоуничтожение. Осталось 30 минут. 3-2-1! Взрывайте твою мать! Приятного дня. Сколько можно тащиться? На кой черт такой лифт? Чтобы нервировать зрителя, тревога, приближается дракон. Это матка. Она в ярости, что сожгли ее гнездо. У вас не осталось времени, чтобы уйти на безопасное расстояние. Ничего не напоминает? Рекс, я все видела своими глазами. Невероятно. Нет, док. Плачущие клоуны и собаки, играющие в покер. Это невероятно. А я делал свою работу. Yeah.
Еще. Да какого хера я делаю? Укоротил на голову. О, жуть какая. Док, я почти на месте. Слушай, доктор Карлайл создает для Слоуна биооружие. Хоть и знает, чем это кончится. Что же нам делать? Убрать его? Да. То есть убить его? Именно. Не проблема. Я знаю, это ужасно. Не для меня. Так, доктор Карлайл на станции Шакма. Это лаборатория на соседнем острове. На скалах под проливом расположен пост охраны. У них есть цветоплан. Возьми его. Задача – захватить планер. Я его ошкурил. Что там насчет биооружия? Мы хотели победить русских. Думали, кровь дракона сделает солдат сильнее. Но потом выяснилось ее воздействие на простых людей. Они превращались в дикарей. И ты пыталась отговорить Слоуна, так? Тогда он запросил больше красных копий. И начал снаряжать их. Против красных? Против всех. Он собрался воевать со всем миром. И доктор Карлайл ему помогает. Я остановлю его, док. Никто не смеет угрожать моей планете. Тревога. Обнаружен противник. Мальчик.
хомяк. Люблю я это. Так, я на острове. Соберись до поста охраны, чтобы открыть задние двери. Код 653-9X. Задача. Войти через черный ход. Внимание. В последней партии гранаты эффектные. Они взрываются только при произнесении команды «граната». Внимание! Я неумышленно привела в действие ваши гранаты по громкой связи. В результате чего они взорвались. Прошу прощения, если кого-то ранило или убило. Внимание! Ваши гранаты также реагируют на команду «Сдохни». Сердце не болит. О, жуть какая. Пришел убивать. Есть добровольцы? Произвел фурор. Hasta la vista. Идите к выходу из лаборатории. Oh.
время дробовика. Вложу в работу все сердце. Сердце не болит? Допустимо падение с почти любой высоты. Почти. Твою мать! Док, я внутри. Карлайл превращает кровь драконов в аэрозоль для красных копий. Я видела результаты экспериментов. Это чудовищно. Значит, ему конец, Док. Ему конец. Слово Рекса Кольта. Задача. Убить доктора Карлайла.